Игорь Иванов. Телеканал «Дождь». Самый экстравагантный бизнес-ведущий России. Он слишком много знает, однако часто задает вопрос «чё?» и предпочитает говорить «добыча нефти». И никогда не забывает надеть бабочку. Ричард Квест, CNN. Самый экстравагантный бизнес-ведущий Америки. Много жестикулирует, питает слабость к ярким галстукам. И даже самые резкие колебания рынка встречает безупречной улыбкой. 13 сентября. Впервые они встретятся на телеканале «Дождь». Две стороны одной медали, имя которой – «Бизнес-новости». Смотрите 13 сентября в 14:30 в прямом эфире. «Деньги с Игорем Ивановым и Ричардом Квестом» на «Дожде».